Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем наш традиционный, праздничный, новогодний голубой огонек на шаболах. Это будет удивительная ночь, полная сюрпризов. Вы увидите, что может случиться с известными, потрясающе известными людьми. Так что добро пожаловать на наш новогодний огонек! Мне особенно приятно. Мне особенно приятно, что наш сегодняшний новогодний огонек открыла Алла Пугачева. А мне особенно приятно, что первый тост в эту новогоднюю ночь произнесет Михаил Светков. Дорогие друзья, дорогие телезрители, все, кто смотрит нас в эту ночь, сегодня действительно необычная ночь. И не только потому, что на нашем традиционном новогоднем голубом огоньке сегодня будет некий новогодний карнавал. 20 век был очень трудным веком для всех, кто жил на этой планете. И это был великий век, потому что мы знали трагедию великих войн, и мы знали великие проявления человечности. И можно пить за каждый год 20 века, можно пить за каждое столетие второго тысячелетия, но боюсь, что у нас не хватит эфирного времени. Поэтому просто пить уже. Это тоже. Поэтому я поднимаю свой бокал за все то прекрасное, возвышенное, великое, что было в 20-м столетии. Все, пусть все дурное останется в прошлом. За счастье и любовь. Да будет так, да будет так. Дорогие гости, раз уж собралось тут к ужасу хозяев 300 человек, пусть цветут улыбки, не смолкают тосты, вспомним и проводим старый год и старый век. Так давайте улыбаться, пусть времен не рвется связь, нужно с прошлым расставаться, по возможности. Прошлый век, с которым час прощания близок, телевизионным надо бы назвать. Нам сегодня очень нужен телевизор, чтобы успеть на всех застольях сразу побывать. Мы не сеем и не пашем, но от нас есть тоже прок. Мы вам всем еще покажем новогодний огонек. Сразу во вселенной мы весь век искали, среди звезд далеких или черных дыр, радиосигналы в космос посылали. Отвечал на них исправно только комплекс «Мир». И на Марсе, без сомнения, будут яблони цвести, если только удобрения мы сумеем подвести. Пусть порой на съемки не хватало пленки, пусть не Голливуд мы, это не беда. Утонул «Титаник», но плывет Потемкин. И Москва слезам не верит, а улыбкам да. Архиважно, без сомнения, нам кино из всех искусств. Служит удовлетворению глубоко интимных чувств. День, когда столетие, Кэншпилю все ближе. Час, когда 20-й век попал в цитнот. Можно бросить штангу, снять коньки и лыжи и поднять не гирю, а бокал за Новый год. Пусть фужеры и бокалы, не спортивный инвентарь, пропустить бы не мешало. Даже если ты вратарь.
Если беспокоит с каждым днем сильнее внешний долг России каждого из нас... Вспомним, сколько денег нам должна Гвинея, Мозамбик, Ангола и, простите, Гондурас. Вот как выплатят проценты, разгуляемся вовсю. И у нас просить на бедность будет даже там-де-сю. Целый век помчался в поисках покроя. Нашим дамам очень сложно угодить. Для российских женщин надо шить такое, чтобы хоть на праздник, хоть коня остановить. Стали в прошлом, к сожалению, кринолин, вуаль, корсет. Но улыбка, без сомнения, будет модной тысячу лет. Если вас послали не литературно, не спешите тем же наградить врага. Вспомните, как много слов у нас культурных. Их у нас гораздо больше, просто дофига. Рукава сейчас засучим и напишем много книг. Кто тянул вас за могучий и великий наш язык? Чтоб в глаза потомкам мы смотрели смело, нам искусство драмы нужно сохранить. Верим в новом веке, новые Отелло. Будут новых Дездемон. По старым душить. На пороге новой эры пусть заполнится паритет. Пусть меняются премьеры. И не меняется премьер. Раз в году ответим. Без дебатов жарких. Мы единодушно на один вопрос. Кто сейчас у власти? Партия подарков? И ее бессменный лидер Дедушка Мороз. По регламенту, без прений, мы встречаем Новый год. Значит, это предложение в первом чтении пройдет. Чтобы в новом веке ваше сердце пело, чтобы первой скрипкой вас могли назвать. Вот за это дело можно выпить смело, если только не Сальери будет наливать. Пусть бокалы, как фанфары, зазвучат без всяких нот. С ними век проводим старый, с ними встретим Новый год. В 21 веке на ноги поставим мы культуру нашу и без долгих мук. В знаменитой Пизе башню мы поправим. И Венера тоже не останется без рук. И улыбка Мона Лизы станет шире в Новый год. Сколько нам еще сюрпризов? Алкоголь припонесет. А нынче в каждой паре и в любом дуэте вековой обычай сможем сохранить. У тысячелетия спрось, будешь треть. Мы хотим с тобою на троих сообразить. Нам счастливый жребий выпал две эпохи совместить. В 20-м веке выпив, в 21-м закусить. Век науки можно сделать все на свете. Например, научно можно доказать, что и век грядущий, и тысячелетие ровно через год еще раз будем мы встречать. Давайте выпьем, что ли? За научный наш подход. Позволяющий застольник растянуть на целый год. Ключ на старт, и вот летает пробка прямо в потолок. И планета начинает.
двухтысячный виток. И улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год, новый век, новое тысячелетие. Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали, сначала в детстве, потом повзрослев, сколько нам будет в 2000 году, а сколько нашей маме, а сколько нашим детям. Казалось, когда-то так далеко, это необыкновенный Новый год. Вот этот день и настал. Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я много раз слышал, если любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст. Это вранье. Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг, что в конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И также мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы в июне 2000 года. Это было очень важно для России. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной, добровольной передачи власти. Власти от одного президента России другому, вновь избранному. И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие
с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. Посмотрев, какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял, главное дело в своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом, и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее. Почему я должен ему мешать? Зачем ждать еще полгода? Нет, этого не по мне, просто не по моему характеру. Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что нам казалось просто, оказалось мучительно, тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого, светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, что чуть поднатужимся и все одолеем. Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение. Но я хочу, чтобы вы знали, я никогда этого не говорил. Сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. Бессонная ночь, мучительные переживания. Что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немножко жилось легче и лучше? Не было у меня более важной задачи. Я ухожу.
Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше. В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. В течение 3 месяцев он будет главой государства, а через 3 месяца, также в соответствии с Конституцией, состоятся выборы президента. Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России, будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности – эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством. Вооруженные силы, Федеральная пограничная служба, органы правопорядка осуществляют свою работу в обычном, прежнем режиме. Государство стояло и будет стоять на страже безопасности каждого нашего человека. Принимая свое решение о передаче власти, президент действовал в полном соответствии с Конституцией страны. По-настоящему оценить, как много сделал этот человек для России, можно только через какое-то время. Хотя уже сегодня ясно, то, что Россия пошла по пути демократии и реформ, не свернула с этого пути, смогла заявить себя как сильное независимое государство, в этом его огромная заслуга. Я хочу пожелать первому президенту России, Борису Николаевичу Ельцину, здоровья и счастье. Новый год – это самый светлый, самый добрый, самый любимый праздник на Руси. В Новый год, как известно, сбываются мечты. А в такой необыкновенный Новый год, уж тем более, все доброе,
И все хорошее, задуманное вами, обязательно сбудется. Дорогие друзья, до наступления 2000 года остались считанные секунды. Давайте улыбнемся нашим родным и близким. Пожелаем друг другу тепла, счастья, любви. И поднимем бокалы за новый век России, за любовь и мир в каждом нашем доме, за здоровье наших родителей и детей. С Новым годом вас! С новым веком!